Ознайомитися із ситуацією в нашому регіоні приїхали надзвичайний та повноважний посол Грузії в Україні Михаїл Уклеба, радник-посланник посольства Грузії в Україні Отар Гургенідзе та консул Грузії в Донецьку Іраклій Адвадзе. Поважна делегація поспілкувалася із керівниками облдержадміністрації, обласної та міської рад, народними депутатами України, які представляють інтереси у Верховній Раді від Дніпропетровщини. Також іноземні гості на власні очі побачили, яка робота у нас проводиться із переселенцями та пораненими. Вони відвідали Центр допомоги Дніпра та лікарню імені Мечникова. Про враження від побаченого маю змогу просто зараз запитати у нашого гостя, надзвичайний та повноважний посол Грузії в Україні Михаїл Уклеба. Добрий вечір нашому гостю. Вітаю вас, шановні глядачі. Українського гамарджобат. Тоді. Я знаю, що сьогодні очень у вас була така обширна програма, насичена. Начну, знаете, с чего? У Грузии есть опыт переживания военного конфликта. Вы сегодня увидели Днепропетровск, увидели, как мы живем, и какую роль сегодня Днепропетровск выполняет, в общем-то, в судьбе, в истории всей страны. Как вы оцениваете, что вы увидели, какая работа, ваше мнение? Ну, к сожалению, конечно, увидели то, что мы видели в 90-х годах в Грузии. Конечно, мы многие вещи проходили, у нас очень многого. У нас, вы знаете, оккупировано 20% территории, это в Абхазии, Южной Осетии. Конечно, вот были мы сегодня имени Мечникова в госпитале, и плюс да, в центре для перемещенных лиц, конечно. Я впечатлен работой этих людей, как они героически вот, выполняют свою миссию, видели раненых в госпитале непосредственно. Конечно, это сложный процесс, но Днепропетровск – это какой-то такой форпост фронтового города, и это очень важно, что так стойко казацким духом вы держитесь. Ну, вы знаете о том, что мы принимаем любую помощь, и наше руководство уже длительное время назад обращались за помощью к разным странам, к странам бывшего Советского Союза, к европейским странам. Я думаю, что этот вопрос сегодня звучал и да, задавался вам. Грузия, в Грузии очень прекрасные климатические условия. Возможно, вы обговаривали какие-то вопросы по реабилитации или по помощи раненым нашим людям. Я вам хочу сказать, конечно, Грузия солидарна с украинским народом, потому что украинский народ, во-первых, для нас дружественный народ, и плюс стратегический партнер страна, как Украина. Вы знаете, мы, и кроме того, что мы дружественные народы, у нас крупнейшая Украина для нас является крупнейшим торгово-экономическим партнером. На пятом месте для нас Украина по товарообороту, по импорту вашему, экспорту для нас по импорту. На седьмом месте, а по нашим экспортукам на пятом месте. Вот я вам цифры говорю. Поэтому, конечно, очень важно, что в это сложное время для Украины мы оказываем помощь. Я привожу несколько примеров. Например, приезжал, ну, вот, кстати, у нас министр здравоохранения, украинец Давид Сергенко, у вас грузин, а у нас украинец Давид Сергенко, который провел, кстати, очень успешно, и это считается для нового правительства один из плюсов, население считает это самым успешным, успешной реформой, это всеобщее медицинское страхование, которое, значит, охвачено все население 4 300 000 человек. И это касается не только обслуживания, но и операций, которые нужны пациентам. Мы оказали помощь, медицинскую помощь, 12 тонн самолет специальный, именно теми медикаментами, которые в то время нужны были в Киеве, в Украине. Кроме этого, мы 125 детей у нас, 115 детей, 10 сопровождающих были у нас, отдыхали в Анаклии. Сейчас мы из города Славянска 30 детей в апреле отправляем. Конечно, то, что мы сегодня встречу провели, естественно, мы начнем сейчас думать, как вот оказать вам помощь, именно вот то, что вот здесь у вас. И это касается и раненых. У нас есть большой опыт. Этот опыт связан не только войной в Абхазии, но у нас есть очень большой контингент в Афганистане, в операции ИСАФ, НАТОвская операция. Поэтому у нас есть опыт психологической реабилитации раненых и больных людей. Поэтому мы здесь тоже можем помочь. И, конечно, будем думать о детях, чтобы вот в летнее время как-то вывести какое-то количество детей из вашей области. Тоже дети, которые пострадали непосредственно в зоне антитеррористской операции, некоторых нет родителей и так далее.
Ну, коли уж мы заговорили о медицинской помощи, я знаю, что у Грузии, ну, во всяком случае, много очень у нас об этом говорят. У вас есть опыт такого длительного, быстрого очень вхождения в реформу и достаточно хороших результатов. Я имею в виду медицинскую реформу. Поделитесь опытом. У нас это только начинается. И очень много разговоров об этом. Не, ну, а сейчас вот Александр Куташвили, министр здравоохранения Украины, я надеюсь, что он... Тот опыт, который имеет Грузия в области здравоохранения, конечно, это очень сложное, это очень большое хозяйство. И у нас Грузия, сейчас я не буду сравнивать Грузию со 45-миллионной Украиной, потому что у вас очень большое, это отрасль население, огромное, да, население. Конечно, ну, это обязательно, это, понимаете, для того, чтобы улучшить, понимаете, реформы, которые Грузия провела, это правда впечатляющие, это были радикальные реформы, и правда у нас сокращение там 26 налогов стали, 24 налога, 6 налогов, и правда мы занимаем одни из первых мест по данным всех известных рейтингов компаний, Всемирного банка, например, там по регистрации собственности на первом месте по началу страны, на третьем месте по получению кредитов, на седьмом месте, это в мире среди 180 стран, но понимаете, кроме этого очень важна социальная составляющая, демократические ценности, вот поэтому вот в области здравоохранения обязательно надо быстро проводить реформы, чтобы люди почувствовали со стороны государства поддержку, потому что те пенсии, которых и у нас, и у вас пока не того уровня, потому что экономически мы не так развиты, к сожалению. Поэтому, когда вот Грузия вот этот пакет после того, как мы ввели вот это всеобщее медицинское страхование, у нас где-то около 90 долларов пенсии, и для людей, для пожилых людей особенно, они уже социально защищены, уже как-то спокойны. Поэтому очень важно быстро проводить реформы. И, конечно, нужна поддержка общества. Общество обязательно. Ну, грузинское общество было готово. Да, к этому. Я думаю, украинское общество тоже. Майдан это им доказательство того, люди сказали, что такой жизни нет. Поэтому общество требует реформ, требует изменений в стране. Я надеюсь, что это воля людей. И главное, и политическая воля, если это будет вместе, я думаю, вы сможете это. Ну, вы знаете, быструю реформу, в общем-то, провести, наверное, не самый сложный процесс. Ее можно где-то взять, перенять опыт, да, или, в конце концов, он может быть оригинальным. Самое сложное – эту реформу поддерживать, обеспечивать ее жизнеспособность. А насколько сейчас в Грузии тот процесс, который начался, он идет в позитивном русле? Или у вас наблюдается остановка? Мы были в Грузии, вот наша съемочная группа были в Грузии летом минувшего года. Видели и центры ваши юридические. Все дома, действительно дома впечатляет. Юстиции, да, впечатляет, да, конечно. Дома юстиции впечатляет. Ну вот как сейчас? Уже были выборы. Идет ли сейчас процесс? Или он... Вы знаете, сейчас вот дело в том, что в 2012 году, когда у нас выборы были, кстати, эти выборы были очень прозрачные, и это признало все международное сообщество, вот несмотря на вот впечатляющие реформы и впечатляющие успехи, к сожалению, были и какие-то неудачи и ошибки. И вот это вот из-за этого люди сказали нет. И пришла новая власть, которая сейчас проводит реформы в плане... Это реформа пенитенциарной системы, судебной системы, прокуратуры, понимаете, это очень важно. Потому что, еще раз говорю, экономика, реформы без человеческого лица, это очень сложно. И поэтому сейчас процесс, конечно, это непросто, но у нас, вот если привести примеры, наше правительство, во-первых, это новое правительство, она ускорила ратификацию, парафирование, ратификацию и подписание соглашения, ассоциированного соглашения с Европейским Союзом. Плюс у нас с 1 сентября уже вступила зона свободной торговли с Европейским Союзом. И, конечно, у нас увеличился уже экспорт на европейский рынок, и это для нас очень важно. 506 миллионов, это полмиллиарда населения, 28 стран. Для нас это очень важный рынок для Грузии на этом этапе. Вот. Поэтому у нас был рост в этом году, прогнозировался 5% экономический рост, но мы получили, вышли где-то 4,7%, чуточку ниже. Следующий год будет чуточку тяжелее, потому что прогнозируется от 2 до 3,5%. Знаете почему? Потому что и плюс инвестиции были очень большие для Грузии, конечно. Мы в прошлом году, у нас было инвестировано в нашу экономику 1,272 миллиона долларов. И это на 39% больше, чем в 2013 году. Это было. Иностранные инвестиции. Иностранные инвестиции, да. Там, значит, и основные отрасли, конечно, это у нас было транспорт, связь, строительство и перерабатывающая промышленность. Ну и такие инвесторы, скажем, как Великобритания, Голландия, Китай, вот, там много стран.
Вот, конечно, этот процесс сейчас идет, но, понимаете, вот то, что происходит в регионе, вот и та же самая Украина-Российская война, те санкции, которые применены сейчас в России, конечно, это повлияло на рынок. У нас у всех пошла девальвация валют, в том числе и Грузии. Конечно, сейчас несравнимо. Девальвация у нас тоже произошла, но я, кстати, не буду сравнивать с гривной, конечно, но и в Азербайджане, и в Армении, и в России, вокруг, в регионе, везде идет девальвация из-за ситуации. Почему? Потому что мы завязаны на этих рынках, и на вашем рынке, и на российском рынке. И, конечно, это повлияло на экономику, на наш бизнес. Поэтому, конечно, эти факторы действуют. Но в плане демократизации, конечно, страна развивается. Это очень важно. Но, тем не менее, Грузии удалось привлечь такие, я скажу, сказочные инвестиции, да, для вашей страны. Каким образом? Как поверили? Это достаточно серьезные инвесторы. Они просто так не понимаете, идут. Понимаете, это, конечно, мы должны добиться этой своей привлекательности. И чем быстрее мы будем привлекательны вот для оккупированных территорий, например, вот почему мы сейчас стараемся вместе с Украиной добиться визалибализации Евросоюза. Сейчас вот риски саммит 21-22 мая, риски саммит, мы очень надеемся. Конечно, в вашем случае чуточку есть говорят, что у вас больше надежд, да, чем у нас. Да, ну в вашем случае у вас открытая граница, понимаете, которая не охраняется. И, конечно, это вопросы, они боятся проникновения боевиков потом на своей территории, в зону Шенгена. Вот, конечно, мы для чего это ставим? Не только для нашего населения, и для оккупированных территорий, для Абхазии и Южной Осетии. Вот я вам пример приведу с Молдовой. Молдова, которая год назад получила визовую либерализацию, значит, люди из Приднестровья сразу начали добиваться получения паспортов молдавских. Почему? Потому что они такие же нормальные люди, как мы, это наши граждане. Они стараются поехать в Евросоюз, кто-то работать, кто-то учиться, кто-то бизнесом заниматься, понимаете? Поэтому вот эта привлекательность, чем мы быстрее будем успешны, чем мы не будем не коррумпированы, вот как Грузия добилась. Да? Кто-то говорил вообще еще 15 лет назад, 13 лет, что это невозможно, что в Грузии не было коррупции. Мы добились этого, понимаете? Поэтому, и в Грузии сегодня нет коррупции? Да, нет. Конечно, сейчас, понимаете, вы меня ни одну страну в мире не назовете, где нет. Но коррупция, она не должна наносить вред развитию государства. Нет, вы ни одну, самую развитую страну мне не назовете, где какая-то маленькая доля коррупции есть. Но это не наносит вред государственным институтам и развитию страны. Поэтому вот этого мы должны добиться. И, конечно, вот эта успешность, привлекательность, инвестор смотрит, понимаете, какая у вас инвестиционная ситуация. Вот эти дома юстиции, которые, когда за 15-20 минут люди оформляют, быстро начиная с бракосочетания и кончая там с получения разрешения на строительство здания или получения имущества на каких-то моментах. 300 операций происходит в домах юстиции. И это все прозрачно, быстро, открыто. И это все привлекает. Понимаете? Ну, плюс добавляются природные условия Грузии. Да, Грузия, вы знаете, на нашей территории. Это очень все большая тема, мы сейчас обязательно затронем. Да, и, кстати, вот нас посетили, кстати, вот украинцы очень, вот в прошлом году нас посетило 143 тысячи украинцев, и это на 17 тысяч туристов больше, чем в 2013 году. Ну, знаете, я наверное, вот похвалю, да, ваше министерство по туризму, потому что мы видели, мы были по приглашению, да, мы видели действительно ту огромную работу, и достаточно большие деньги вкладывались в промо-компании, в развитие различных направлений туризма. Но есть что развивать, и, возможно, это принесет действительно большие деньги. Но сегодня из Днепропетровска, во всяком случае, на летний сезон, есть прямые рейсы, есть и был в прошлом году, да, в этом году еще пока только один город, пока только Тбилиси, по-моему, если я не ошибаюсь. Тбилиси, Батуми летали они. Батуми был, да, тоже. Ну, достаточно дорого, все достаточно дорого. А, возможно, есть у Грузии какие-то планы, чтобы сделать наши страны ближе, я имею в виду, географически мы это никак не изменим, а вот транспортно. Что касается сейчас именно Днепропетровска, вы знаете, мы с помощью меня, я горжусь этим, что мы смогли, во-первых, партнерские отношения установить с Днепропетровской областью и Аджарией. Сейчас вот сегодня, когда встреча была, мы встретились со всеми в городе, в мэре, у вас, в администрации областной, и плюс в Раде, значит, встречались. Вот везде, значит, мы его сейчас предложили, чтобы оформить в ближайшее время соглашение о сотрудничестве, об обратимских отношениях между Батуми и Днепропетровском. Потому что если области, да, это первое. Второе. Значит, вот сегодня мы с помощью вашего руководства оперативно встретились с руководством Днеправия.
Вот, речь идет сейчас, вот, скажем, Кутаиси. У нас очень привлекательный город, 120 километров от Батуми и 250 от Тбилиси. Очень многие туристы, украинцы, пользуются этой линией, потому что это красивая дорога. В Батуми 1,5 часа на машине вы доезжаете, а до Тбилиси 3 часа максимум. Это по прекрасной горной дороге, там много ресторанчиков. Даже украинские туристы в горный курорт Гудаури у нас и в Бакурьяне ездят по этой дороге. Вот, поэтому вот здесь тоже очень у нас большие возможности. Мы сейчас собираемся у вас презентовать туристические возможности Грузии. Плюс девелоперские возможности. Вот у нас, мы сейчас в декабре провели в Киеве, потом Киев бизнес-форум, приезжало 12 девелоперских компаний, строительных компаний из Батуми, которые успешно уже осуществили много проектов строительных. То есть грузинскому бизнесу интересно сегодня. Да, конечно. И вот мы хотим сейчас вот и в Днепропетровске провести, в Запорожье, кстати, рядом с Запорожьем у вас тоже, вот мы хотим вот здесь провести. Мы, кстати, 2 года назад проводили здесь презентацию, очень успешно, пригласили всех ведущих туроператоров, и сейчас мы это повторим обязательно. Так что мы ждем украинских туристов, мы вас очень любим, уважаем, люди очень, особенно в это время, очень непростое время для Украины, люди очень солидарны с вами. Это действительно, мы видели это, поддержка огромная, и такая близость между народами, она есть, это не придумано. Но вот, правда, видите, сейчас усложнился, к сожалению, железнодорожный путь, да, который раньше, да, возможно, был более доступным через Россию. Авиаперелет, он не всем доступен, автобусный, он достаточно далек. Согласен. Но я думаю, авиакомпании найдут путь, и наше туристическое агентство, и Министерство экономики найдут как-то такой параметры, что они были приемлемы для всех. Возможно, наши детки смогут у вас побывать, этим летом. Возможно, еще больше какое-то количество людей, которые нуждаются вот в реабилитации, я имею в виду раненых. Согласен. Да? Не планируется или планируется? Мы планируем. Мы сегодня говорили об этом. И обратятся нам именно вот с этой. Мы сейчас работаем над этим вопросом. И, конечно, подключим и после посещения вот вашего госпиталя и так далее, мы подключим и Днепропетровск. Как вы оцениваете работу, я не знаю, скажу, ваших земляков, да, которые сегодня работают в украинском правительстве? В частности, никуда мы не двинемся, наверное, без реформы правоохранительных органов. И эта роль у нас досталась женщине, слабому полу. Пока вот ждем результатов. Что говорят в Грузии, как оцениваете вы? Во-первых, конечно, хочу пожелать им и нашим экспертам, уже членам правительства, некоторые даже члены, есть эксперты, которые на экспертном уровне работают. Конечно, успехов, потому что ваш успех – это наш успех. Это первое. Второе, есть такое мнение в государстве, что вот в Украине, в Киеве, например, слышал, что вот почему назначают иностранцев. Там, вы знаете, литовцы из Европейского Союза, очень многие страны, которые миссия специально в Киеве, она присутствует. Дело в том, что, поймите, дело не в том, что украинцы очень талантливые, очень способные, очень много профессиональных людей, но избирают грузин, литовца, потому что мы прошли этот путь реформ, который вы должны пройти. И этот опыт очень важен для вас. И польский опыт, и грузинский опыт, и другие опыты, которые были, скажем, для примера, бывших соцстран, да, это очень важный опыт. И плюс ошибки. Вот те неудачи, которые были, чтобы вы их не повторили. Поэтому, я думаю, это очень важно, чтобы... И, конечно, эти эксперты, это суверенное право государства. Я вам скажу, даже вот у нас мы принимали тоже такое радикальное решение. Вот я как дипломат могу вам сказать о том, что, например, вот в Грузии была посол Франции Саломе Зурабишвили, она грузинского происхождения, но она родилась во Франции, это ее родители в свое время, в 1921 году, когда Красная Армия, большевики пришли в Грузию, тогда она независимая была, 3 года Грузия, и они, ее родители убежали, уехали во Францию, вот она родилась, она была послом Франции в Грузии, и она в одночасье из посла Франции в Грузии стала министром иностранных дел Грузии, понимаете, конечно, это был шок, общество не ожидало, как это, или, например, у нас вот до недавно времени посол была в Германии, посол Грузии в Германии была Габриэла фон Габсбург. Это очень известная габсбургская фамилия, Габсбург.
Вот такие мы делали, потому что ради успеха, ради того, чтобы пробовали все варианты, что ускорит продвижение нашей страны, чтобы она быстрее стала успешной. А когда она успешная, она очень отвечает адекватно на те угрозы, на те вызовы, в том числе и Украины. Я желаю, чем вы быстрее будете успешны, чем не будете коррумпированы, чем будете быстрее реформированы, и чем быстрее мы будем адаптироваться, реинтегрироваться в европейское сообщество, вот это большой плюс, который мы сейчас получили, конечно, все зависит от нас. Многие вещи за нас никто не будет делать. Конечно, это понятно. И, в общем-то, несмотря на то, что народы наши близки сегодня идеологически, разница в менталитете, она все равно есть. Ведь да, правда же, ну почему-то мы оказались все разными народами, да, украинцы, грузины, русские. А вот как вы считаете, эта разница в ментальности, она может сказаться на применении опыта, например, грузинскими представителями в Украине? Нет. Я считаю, что Украина имеет очень большой потенциал, очень большую перспективу. Вы европейцы, понимаете? Вы европейцы. Поэтому от вас очень многое зависит, от людей. У вас, смотрите, какие молодые люди. Я вот в университетах встречаюсь, горят глаза. Люди, это такая молодежь, это самое, это ваше золото, понимаете? Вы должны это все использовать. И этим молодым людям дать простор. А они уже сами все это сделают. Ну, конечно, да. Очень дипломатично. Конечно, вы дипломат. Я откровенно говорю, это то, что я говорю. Хорошо, а чего не хватает Украине сегодня для более, может быть, стремительного продвижения? Скорости. Вы знаете, я вам скажу, что самый большой плюс, который я вот, когда я приезжал как посол, ну, обычно, вы знаете, нас, правда, очень многие страны выдумывают какие-то истории, ну, с чем там связано. Вот нам, конечно, выдумывать не нужно, у нас, нам, скажем, Леся Украинка, Давид Гурамишвили, который здесь вот похоронен. Ну, много параллелей у нас на больших связей. Но самое главное, я всегда это пример приводил, что вот Грузия, Украина. Но сейчас вот я после вот двух, скоро в апреле будет 2 года, как я у вас, вот после Майдана, после этих событий всего, я вам скажу, что вот что нас больше объединяет и связывает, и чем мы схожи, это свободолюбие. Мы свободолюбивые люди, а свободолюбивые люди обязательно добьются успеха. Несвободные люди успеха не добиваются, поэтому все в наших руках. Будем вместе. Обязательно победим. Замечательно. Я думаю, что ваши слова прекрасная точка для нашего разговора. Спасибо вам за то, что пришли к нам в студию. И спасибо грузинскому народу вот, в вашем лице за поддержку, которую оказывали и оказывают нам в такой сложный период наш исторический. А я днепропетровчанам желаю мира, процветания и светлого европейского будущего. Спасибо. Спасибо еще раз. Я ще раз дякую нашому гостю, надзвичайний та повноважний посол Грузії в Україні Михаїл Уклеба.